Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о том, если вы родились в эти числа, при этом любого месяца, то знаете, вас ожидают большие деньги в апреле 2024 года. И вам обязательно нужно прослушать это видео. Также прослушайте не только себя, но и также членов вашей семьи, друзей, знакомых, потому что, возможно, подскажите им о том, что они могут иметь деньги, только им нужно обратить внимание на знаки, на подсказки Вселенной, а также не забыть провести одну простую практику. Эту практику может сделать каждый человек, вне зависимости, в какие вы родились числа. Вы таким образом откроете потоку Вселенной и привлечете деньги, изобилие, достаток и благополучие. Кроме того, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментарии каждый, кто слушает, пропишите следующую волшебную фразу. Она отражает апрель этого года и звучит она следующим образом. В апреле моя жизнь наполняется изобилием и процветанием, притягивая ко мне все больше денежных возможностей. Далее пишите «Я», ваше полное имя, и пишите «Я желаю», что вы желаете. Именно эти слова подтолкнут вам к открытию новых возможностей, больших денег, счастья, радости и всех тех мыслимых и немыслимых благ, которые вам нужны. Итак, друзья, апрель 2024 года обещает финансовый успех для тех людей, которые родились именно в эти числа. Обращаем ваше внимание, что согласно зодиакальным аспектам, этот период будет благоприятным для достижения материального процветания для людей, которые родились именно в эти даты, потому что именно люди могут ожидать прихода больших денег и финансовых возможностей. Также обращаем ваше внимание, что этот период может стать ключевым для достижения финансовых целей и укрепления вашего финансового благополучия. Но важно помнить, что успех приходит к тем, кто готов к этому и готов использовать свои способности, возможности на пути к достижению своих целей. Итак, какие даты? Первое число, если вы родились 1 числа любого месяца. Знаете, что вы обладаете особым потенциалом привлечения финансового процветания в апреле этого года. Дело в том, что ваше число рождения символизирует начало, символизирует силу и энергию, которая будет способствовать притоку денег в вашу жизнь. Обращаем ваше внимание, те, кто родились 1 числа, вы обладаете сильной волей и предприимчивым характером. Это помогает вам осуществлять все ваши финансовые планы, и вы сможете действительно достигать своих целей. Кроме того, те, кто родились 1 числа любого месяца, в апреле вас ожидают благоприятные возможности для увеличения доходов, и вы продумаете о том, что, возможно, вам нужно заняться инвестициями. Дело в том, что ваше предприимчивое мышление и готовность к риску помогут вам прочувствовать, распознать и воспользоваться выгодными ситуациями, которые вы можете оказаться в тот или иной момент. Поэтому будьте открыты к новым идеям, будьте готовы к действиям, чтобы максимально использовать свой потенциал. Но не забывайте о важности финансовой дисциплины и ответственного обращения с деньгами. Помните о том, что хорошо продуманные финансовые стратегии и умение управлять своими ресурсами будут ключом к вашему успеху в апреле 2024 года. Также будьте осторожны, внимательны при принятии финансовых решений и избегайте излишних рисков. Кроме того, ваши финансовые перспективы в этот период обещают быть благоприятными, но помните, что успех всегда приходит в первую очередь тем, кто готов трудиться. Не забывайте стремиться к самосовершенствованию и развитию своих финансовых навыков, чтобы максимально реализовать свой потенциал и добиться
добиться финансового процветания в апреле 2024 года. Следующее, друзья, число – это те, кто родились 7 числа любого месяца. Обращаем ваше внимание, ваша дата рождения связана с энергией удачи и успеха. Поэтому апрель делает этот период особенно благоприятным для вас в финансовом плане. Вам присуща целеустремленность и стремление к достижению материального благополучия, что помогает вам выявлять и использовать те или иные возможности для увеличения ваших доходов. Дело в том, что в апреле 2024 года вас ожидают перспективы для финансового роста и развития. Ваша аналитическая способность и умение видеть возможности помогут вам распознать и воспользоваться благоприятными ситуациями, которые будут вокруг вас. Но очень важно, чтобы вы не боялись, очень важно, чтобы вы стремились к тому, что высшие силы пытаются вам показать, открыть. Кроме того, в апреле вам нужно обязательно продумывать все свои шаги. А все, что касается денег, дохода, дополнительного заработка, также вы должны и понимать, и осознавать, что для вас важно в апреле, для того, чтобы достигать финансового успеха. В то же время в вашем окружении могут появиться люди, которые будут вас торопить, чтобы вы быстрее приняли решение, чтобы вы быстрее вложили деньги, чтобы вы допустили какие-то ошибки. Поэтому очень важно, чтобы вы при принятии каких-либо финансовых решений, вне зависимости чего это касается, у вас было здравые мысли и понимание тех ситуаций, тех моментов, тех событий, в которых вы будете проживать или находиться. Поэтому ваши финансовые перспективы в апреле будут достаточно благоприятны. Но помните о том, что вам нужно видеть знаки, подсказки от Вселенной. Также вкладывайте обязательно деньги, инвестиции в свое образование, в свои навыки, в свой какой-то опыт. Не ждите, пока кто-то вам за это оплатит. Ищите способы, чтобы это профинансировать и чтобы это действительно помогало вам. Следующее, друзья, число, если вы родились 13 числа любого месяца, именно в апреле, это поможет вам привлечь деньги, изобилие, достаток и благополучие. Дело в том, что ваша дата рождения связана достаточно сильно с энергией силы, энергией стойкости, и это делает вас способным к преодолению финансовых препятствий и достижению ваших целей. Не удивляйтесь тому, если вы родились в любое число, извините, если вы родились 13 числа любого месяца, именно для вас апрель вот станет тот толчком, вот тем месяцем, когда вы, поработав достаточно хорошо, и сможете на протяжении всего 2024 года иметь достаточное количество денег. Поэтому, если вам предлагают новую работу, новые возможности, открытие нового дела, если вы родились 13 числа, знайте, это все для вас. Но помните о том, что вам нужно быть рассудительными и терпеливыми, потому что вы должны понимать и то, что наступит 1 апреля, это не значит, что прямо всю секунду на вас навалятся деньги. Нет, вам нужно стратегически продумывать, мыслить, искать, и тот, кто ищет, тот всегда найдет. Помните об этом. Кроме того, вам очень важно в своем окружении найти врагов и недоброжелателей. Они сами проявятся, потому что они будут видеть, что вы лидер, что вы стремитесь к чему-то интересному, что вы стремитесь к чему-то очень важному, и, соответственно, их это будет очень раздражать, и они начнут допускать ошибки. Это будет проявляться в их поведении, в их словах, в их действиях. Поэтому ваша задача, прочувствовав на интуитивном
собственном уровне, в своем окружении вот таких вот недоброжелательных людей, стараться их постепенно убирать. Старайтесь поменьше и рассказывать о том, что происходит у вас дома, в вашей жизни, какие мысли, идеи в вашей голове. Потому что такие люди именно в апреле, те, кто родились 13 числа, они активизируются для того, чтобы сбить вас с пути, для того, чтобы забрать у вас удачу. А ваша задача, наоборот, стремиться вот к тем благам, которые Вселенная вам подготовила. Так что обратите, пожалуйста, на это внимание. И тогда, используя вот эти советы, у вас есть все перспективы на финансовый успех в апреле 2024 года. При этом вы будете проживать, если вы до 5 апреля, у вас какая-то будет апатия, где-то невнимательность, то уже ближе к 10 апреля вы прямо прочувствуете, что вы до этого жили не своей жизнью, потому что у вас настолько начнет активная жизнь, поэтому обратите, пожалуйста, на это внимание. Следующее число, если вы родились 18 числа любого месяца. Знаете, апрель для вас будет действительно таким вот денежным, прибыльным месяцем. Дело в том, что ваша дата рождения символизирует стабильность, решимость, целеустремленность и делает это вас способным к эффективному управлению своими финансами, и вы сможете достигнуть тех или иных желаемых целей, которые вы поставите перед собой. Кроме того, перед вами открываются благоприятные возможности, перед вами открываются новые перспективы, которые и помогут привлечь и доход в вашу жизнь. Также не отказывайтесь от тех денег, которые вам будут давать. Это может быть небольшая даже сумма, например, в виде какой-то благотворительности, какой-то помощи и так далее. Даже если это вам дают ваши близкие, родные, например, на поддержку вам или еще как-то связано с деньгами. Кроме того, на работе, если возникает возможность взять материальную помощь, также берите, потому что Вселенная видит то, что действительно вы не отказываетесь от денег, и она будет стараться всеми своими силами вам помочь. Ну а вы, конечно, в свою очередь должны видеть эти подсказки и эти знаки, и тогда в вашей жизни действительно апрель 2024 года будет достаточно успешным и удачным. Следующее число, друзья, если вы родились 22 числа любого месяца, знаете, для вас апрель станет действительно месяцем изобилия, достатка и благополучия. Дело в том, что ваша дата рождения символизирует достаточно сильную энергию и стремление к достижению высоких финансовых целей. Кроме того, вообще число 22 – это число мастера, поэтому именно в апреле вы можете ожидать благоприятных возможностей, при этом это будут те возможности, на которые, возможно, вы еще даже не рассчитывали и думали о том, что этого у вас не будет. Вы думаете о том, что вы недостойны, что вы неудачник, что у вас ничего не получается. Но именно апрель 2024 года покажет вам, раскроет, что вы это все можете. Кроме того, те, кто родились 22 числа любого месяца, именно в апреле осознают и поймут, что они могут деньги накопить не только на то, чтобы рассчитаться своими долгами, чтобы решить какие-то свои вопросы, купить себе что-то, но и также начать накапливать деньги для того, чтобы отправиться в путешествие. Поэтому, если вы родились 22 числа любого месяца, подумайте об этом. Следующее, друзья, число, если вы родились 26 числа любого месяца. Знаете, для вас действительно апрель станет таким вот месяцем вдохновения, новых возможностей, а также в вашу жизнь придет счастье, радость и благополучие. Здесь очень важно, чтобы вы понимали, что ваша дата рождения связана вот с силой, со стабильностью, и это дает вам способы к эффективному управлению деньгами, и вы сможете видеть те цели, те задачи, которые стоят перед вами, чтобы достигнуть того или иного успеха. Главное, ваша задача не останавливаться, то есть вы достигли чего-то, и многие начинают расслабляться, не думать, а вам нужно постоянно что-то генерировать, какие-то новые идеи, и все это внедрять в вашу жизнь. И вот те, кто родились 26 числа любого месяца, вам действительно, у вас получится
привлечь и деньги, изобилие, достаток, благополучие. Обращаем ваше внимание, чтобы вы обращали внимание на те советы и подсказки, которые дают вам близкие, родные люди. Даже если они ничего не говорят, вот тогда дайте, спросите у них, а то, что вас волнует, они вам обязательно вас подтолкнут, но это уже ваши близкие, родные люди уже более взрослого возраста. Следующая дата, друзья, если вы родились 29 числа любого месяца, вы также обладаете особым потенциалом для привлечения больших денег в апреле 2024 года. Дело в том, что ваша дата рождения ассоциируется с решимостью, целеустремленностью и стремлением к достижению высоких результатов. И вот эти именно качества будут вашими сильными сторонами в период, когда вы столкнетесь с финансовыми возможностями. Поэтому не бойтесь, для вас апрель действительно станет таким вот плодотворным, ярким месяцем. И ваша задача использовать вот те выгодные финансовые возможности, проявлять амбициозность, настойчивость. И очень важно, чтобы вы были готовы к действиям, не стояли в сторонке и, как говорится, не мяли платочек, а шли вперед. То есть у вас появляется что-то в голове, вам кто-то подсказывает, вас кто-то толкает. Это может быть ваш начальник, это ваше может быть руководство, это может быть даже вы что-то едете где-то в общественном транспорте, услышали какую-то идею, мысль, и у вас начинается в голове генерироваться определенная идея, знаете, это вас высшие силы толкают, отправляют на то, чтобы вы действительно могли изменить свою жизнь. Друзья, это были те числа, которые в апреле вам сулят большие деньги, но для всех, кто нас слушает, для того, чтобы для вас апрель стал благополучным, изобильным, принес вот мыслимые и немыслимые блага, обязательно используйте следующий числовой код, который звучит следующим образом. 48-99-89. Еще раз. 48-99-89. Как его проговаривать и как его использовать? То есть вы оказались в каком-то тупике, или вы не знаете, что вам делать, что вы делаете, просто начинаете проговаривать этот код 4-8-9-9-8-9 и про себя сказали. Приумножаю, и что вы хотите приумножить? Допустим, вам нужны деньги, приумножаю, и скажите про себя ту сумму, которая вам нужна. Только, пожалуйста, все это должно быть реально. Как только вы начнете правильно работать с денежной энергией, вы увидите, как у вас все легко начнет получаться. Итак, друзья, ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите обязательно следующие слова. В апреле моя жизнь наполняется изобилием и процветанием, притягивая ко мне все больше денежных возможностей. Я ваше имя полное желаю и напишите, что вы желаете. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимаете на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.